Легенда советского спорта Владислав Третьяк провел мастер-класс для юных хоккеистов. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» собрались ребята из районов Ульяновской области. Вместе с известным наставником они отработали базовые элементы и технику игры. Премудрости много, но начинать надо с основы, утверждает олимпийский чемпион. Вратари, нападающие, защитники – все занимались без шайбы. В первую очередь, конечно, для хоккеистов это катание. Если человек не умеет кататься, он просто не сможет ничего выполнить, ни один элемент, ни бросковые упражнения, ни обмануть вратаря, ни забить гол. Поэтому главное сегодня, я им показал, что нужно кататься. Это кататься в разных позах, и передом, и задом, и спиной, и так далее, и так далее. Чтобы достичь высот, достаточно воспитать в себе определенные качества. Они пригодятся в любой профессии. Меня всегда спрашивают, как достичь успеха. Я сказал, дисциплина, трудолюбие дадут победу. В команде были не только мальчишки, но и девчонки. По словам Третьяка, женский хоккей набирает популярность. Ну, если девчонки хотят играть в хоккей, почему нет? Они получают удовольствие. Я, когда был на чемпионатах мира, на олимпиадах, посмотрю, как наши девчонки катаются, они не уступают даже ребятам. Мастер-класс входит в программу «Силы России». Это новый проект, организованный партией «Единая Россия». Этим летом лучшие спортсмены страны дают уроки подрастающему поколению. Выбор широкий – от хоккея до гимнастики. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.